Всем привет, друзья! Меня зовут Шустра, и я рада вас приветствовать. Да, у нас нам нужно туда. Dragon Age Inquisition, наше вечное прохождение. Что ж, потихонечку движемся в сторону истинного финала. Истинного в том плане. Это кто? Это кто-то недобрый. Глубинный гриб. Нахер не нужен. Сейф. Ага, спасибочки. Приветики. Мне показалось, ли он меня задетектил? Да куда меня апает? Это не надо, дядя, подумай. Куда? Там кто? Там кто-то. Там кто? Там кто-то. Длинный лук. Здрасте. Как дела? Че, не успела щелкнуться, да? А я успела. Следуйте барьер. Не, пойдем пока туда. Как вы можете вообще здесь находиться? Здесь так все звенит. I see no evidence of darkspawn here. Maybe they know better than to come down this far. Let's just be grateful. But there must be a reason they avoid this place. Слушай, а может все-таки лучше туда надо было идти? Ну куда ты у меня его увел? Я глаз чешу, мне неудобно. Подожди. Подведите его ко мне, пожалуйста. Блин, чешется глаз. Подождите, не могу. Давайте сами, мужики. Спасибо. Куда я иду? Явно куда-то не туда. Не, ну может быть, конечно, и туда. Ну ладно, давай пойдем. Как? Исследуем барьеры, нам по-любому скажут, что там заперто. Иди сюда. Я опережаю действительность по-любому. Главное не упасть. Землетряс шабритолов. Что это?
Ну, тут-то мы и ослепли. Let's keep gathering their weapons. There may be more barriers ahead. You said we're beneath the deep roads. Do you think anyone besides the Sharpretol has traveled down here? We are very likely the first to travel this far. Так, что интереснее? Орудие землетрясов. Так, открыть экспедицию. Мост в бастион безупречных. Угу. На самом деле покидать локацию немножко страшновато, потому что они сяпнутся до 27-го. Пустите, дайте посражаться. О, еще операцию. Тихо, не тряси. Так, операция где-то там, а как? Агась. Раскопки в бастионе безупречных. Так, а я... Куда я сейчас иду? Ну, в принципе, правильно, наверное, к лагерю. Уже 27-го все, смотри. А кто сказал please stop? Не действует. Интересно, скорее всего, молния, да? Да, молния не действует. Давай-ка сейчас это поменяем. Дориан. Что мы тебя поставим? Мы тебя поставим. Да мне возрождение мне сейчас, наверное, не надо. Так, это у тебя стоит. Давай тебе вот это поставим. Ну и давай поставим тебе все-таки, наверное, вот взрыв разума. Поменяем тебя немножечко. Да, я думаю, мы успеем еще.
что-нибудь изучить. А как дальше-то проходить? Нам к лагерю-то надо. Нихера тут круто. Ай. Припрятано. Нормально припрятано. Рен might still be alive. It's easy to blame ourselves when we lose a friend, Volta. But it's not your fault. I was so focused on the Titan. Так, это куда-то наверх, а нам бы желательно вниз. I didn't consider what else could be down here. Давай драться, чё? Нам нужны вот эти вот орудия. Он бьет. У него оружие бьет электричеством. В углу. Что сейчас взять добычу? А, понятно. Ну, такой пушка это убил нашего друга. Дай орудие. Не дает. Мост в подземное море. Очень красиво. Бастион безупречен. Вода светится странным нежно-голубым светом, напоминающим о лириуме. Лезть в нее было бы неразумно. Помимо... Ой-ой-ой, подожди. Ну, столько операций, блин, еще столько назад возвращаться. Красиво, очень красиво. Сразиться с шабритолами и проберитесь внутрь. Шабритолы? А, эти дядечки. Давай. Раз, два, три, четыре, больно. И бьют, как сидорову кожу. Больно.
ты хоть что-нибудь прожимаешь? Прожимаешь. Какие вы душные, а? Надо было сюда на первом левеле идти. Чтобы вы не были такими душными. Шабритол, вот он. Блин, а откуда вы резаетесь? Они просто бегут еще. К слову, с опыта за них нет. Всё, больше не надо. Слушай, вроде больше не бегут, новые, я имею в виду. Слава богу. Следуйте за Валтой вперед в неизвестность. Вон тебе куча всяких этих штук на изучение. Изучай не хочу. Так, ну там лагерь, это хорошо. Я сейчас чуть не упала. Целительный пояс. Маска следопыта камня. Куртка следопыта камня 286. Интересно. У меня, наверное, больше. Доспехи. 288 у меня. Нифига себе. Нормально. Защита от дальнобойных атак. Ну, на 2 пункта. Хуже. Может, такой походим? Ради разнообразия. А у меня есть кто на средний доспех? Нет, никого. У меня 2 тяжа. Ну-ка назад. Давай попробуем. Такой шмотки я еще не видела, кстати. Весь кровище. The attacks are getting worse. Да. We must be getting close to whatever they're protecting. Only the pure may pass. All others will be punished.
Assuming the Sharper Tal are the pure, we're the others who aren't allowed to pass. Could the earthquakes be the punishment? You found Paragon Garral's book near a damaged Lyrium mine. And the new earthquakes destroyed your mine. But why would they want to destroy the Lyrium mines? I wonder what makes the warriors pure. They do wear sealed armor to protect themselves from impurities. Titans, the Sharper Tal. This could be more than anything we expected. For all the Shaper its knowledge, I know so little. This reads like a final warning. We must be nearing the source. Возможно. Но нам надо вернуться. У нас куча миссий в Бастионе безупречных. Нет, состав группы мне менять не надо. Так. То есть мы можем, да, сюда переместиться. Карта мира. Первый этаж. Вот, интендант, лагерь легиона мертвых, да? У меня показалось, или там задание было на втором этаже? Сейчас посмотрю. А, на третьем. Жертвенные ворота. Ну да, парочку ворот открыть. Так, проверить экспедиционный стол. Глубинные тропы. По-моему, у нас ничего. Войска, тайны войска. Назад, неведомо бездна. Экспедиция, постройка моста в забытых пещерах. Разведчики Инквизиции нашли в забытых пещерах место, где бригада мастеров может построить мост взамен разрушенного, тем самым обеспечить доступ в другую сторону ущелья. Не стоит жалеть денег на бригаду. Да, давай. Плевать. Все равно все сейчас делается. Бригада мастеров построила мост в забытых пещерах взамен разрушенного. Теперь отряд Инквизиции могут исследовать другую сторону ущелья. Фига тут столько всего. Мост, бастион безупречных. Выгодную позицию для исследовательского. Так, только тайны. Давай. Влияние у нас хоть жопой жри. Так, новая выгодная позиция. Определила место, где бригада строителей может расчистить завалы туннелей. Давай. Все поучаствуют. Всех люблю одинаково. Угу. Патрулирование в бастионе безупречных. И еще один мостик. У меня прям влияние тает на глазах. Благо оно мне не нужно уже. Ну, наверное. В чужаке, наверное, еще нужно будет. Разведчики докладывают... О, это 45 минут. 39. Разведчики докладывают, что шабритолы стали активнее в этом районе. Если позволить им продолжить, то они могут стать угрозой для интересов Инквизиции. Можно выслать вооруженные патрули на шабритол, не заняли район полностью. Демонстрация силы покажет, что шабритолы не могут хозяйничать в этом районе. Ну и отлично, что у нас впереди 45 минут этой операции. Я собираюсь вернуться к вам в следующей серии, когда уже все будет готово. Посетим те места, которые нужно. Собственно, и все. А на сегодня, на этом, давайте пойдем отдыхать. С вами было Шустро, наше вечное прохождение Dragon Age Inquisition. Все, отдыхать. У меня сегодня было куча записей, поэтому мне действительно нужна такая небольшая, но достаточно продуктивная серия. Все необходимые ссылки находятся в описании. Приходите на стримы, на Твиче, они каждый день. Всегда есть оповещения в Телеграме. А ссылочка на Телеграм-канал в описании данного ролика внизу. С вами была Шу, удачи и до новых встреч. Пока-пока.